Всем привет из Сочи! Вы на канале Танюшин Орхидеи Сад. И у нас сегодня состоится розыгрыш вот этой красивой сакуры. Орхидейка просто шикарная, нежная, крупная, с ответвлениями. Вытащила я ее из горшочка, вот так вот корешочки. Вот такая красотка, просто красотка. Замечательная орхидейка, долгоцветущая. И кто-то сегодня у нас станет счастливым обладателем этой красоты. И посмотрите, чем она меня порадовала. Она держит бутоны. Это всегда приятно, когда крепкий сорт. И посмотрите, она держит бутоны даже в нашу жару. Не знаю, кому достанется, или уедет, или останется в городе. Сейчас мы это выясним. И приступим к розыгрышу и узнаем, кто же станет счастливым обладателем этой красоты. Я пока любовалась ею дома, вы знаете, и себе такую захотела, не знаю, подумаю. Может быть, и себе такую тоже приобрету. Она настолько нежная, настолько вот хочется ею любоваться. Очень красивая. И обратная сторона у этой орхидейки, посмотрите, тоже красивая, такая же сакурная, замечательная. Там вот видно хорошо. Даже цветочки вот эти стали чуть-чуть распускаться. Не сильно, но уже стали. Цветы тяжелые из-за того, что вот, видите, вот эти вот кончики, макушки немножко смотрят вниз. Но это уже кому она достанется, решит, либо будет ставить на более длинные еще палки ее поднимать, или что будет с ней делать. Вот, а вы проверяйте свои подписки, проверяйте, все ли у вас сделано. Поставьте мне лайк, пожалуйста. Поблагодарите за этот розыгрыш. Ну вот, а мы со спонсором оптовая база по переулку Промышленному 4 приступим сейчас к розыгрышу этой красоты. На этой базе можно купить очень много красивых растений, цветов, не только орхидей. В описании телефончик я приложу. Вот такая прелесть. Ну, я думаю, пора начинать, а то у всех, наверное, уже терпения нету. Ой, красота, красота, красота. Ну, желаю всем удачи, всего-всего самого наилучшего. Ну, сейчас приступим к розыгрышу. Ну вот. Все участники, сейчас всех участников мы увидим. Каждый может посмотреть и найти себя в этом списке. В одну и в другую сторону список показала. Всем еще раз большой удачи. Будут еще розыгрыши, так что победитель, понятно, будет один, а остальные участвуйте дальше, не расстраивайтесь. А мы сейчас будем все делать дальше. Сейчас зайдем в программу. В программе еще раз я покажу список. Все были перенесены, никто не был нигде утерян. Вот так вот хорошо всех видно. Вот. И мы скоро узнаем, кому же достанется эта красотка. Она действительно красотка. Вы знаете, очень-очень мне понравился этот сорт. Этот сорт из новинок. Так что, я думаю, каждый захотел бы его видеть у себя. Ура, ура! У нас есть победитель. Это Елена Ерошина, город Сочи. Вы знаете, я даже рада, что эта орхидейка никуда не поедет.
потому что в такую жару даже было бы, ну, наверное, жалко. Я думаю, что вот эти бутончики могли уже и не доехать в другой город. А так, наверное, они раскроются и будут радовать Елену. Елена, на канале есть мой номер телефона. Свяжитесь со мной, и мы решим, как вы будете забирать свое чудо. Орхидейка действительно чудесная. Вы посмотрите на эти такие всполохи на щечках, белые. Ну, просто сказочная, долго цветущая, просто замечательная. Остальным желаю удачи не только в розыгрышах, но и во всем остальном. Не отписываемся, потому что на следующий месяц мы будем также со спонсором проводить розыгрыши. Оставайтесь со мной. Всего-всего вам самого наилучшего. Ставьте лайки. Кто все-таки еще не подписался, подписывайтесь. Может быть, включайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, следующий розыгрыш. А я вам буду показывать вот такую красоту, рассказывать об уходе, показывать обзоры. И, конечно, мы будем проводить розыгрыши вот такой красоты. Хорошего дня, хорошего настроения, всего-всего самого наилучшего. Всем пока-пока-пока. Еще раз так вблизи покажу красотку. Пока-пока.